Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Макса Марсианина. Короче, Марсианин, можешь. Ну, Марс, короче. Ну, пусть так будет. Загружать первую постройку. Да, загружай и пошли. Вот. Большая. Ну, там есть и побольше. Так, сейчас включу моментальную загрузку, чтобы быстрее было. Чё стоишь? Чё не идёшь? А я, не знаю, я пройти не могу на строительную площадку. Вот, смотри. А почему ты пройти не можешь? Я хз, вот, типа... Типа разобрать. Сюда, встань сюда, Вот, не знаю, вот. Может, не знаю как. А привяжи к себе телепорт и поставь мне тут, а. Может, пройду так. О, все. А я пройти теперь не могу. А что за баги? Вот. Ладно, так, давай смотреть твою постройку. Сейчас я ее расфиксирую, вот. Во, дверь. Наконец-то кто-то сделал дверь. Молодец. И тут... Медальку тебе. Тут есть главное место пилота. О, сколько всяких кнопочек. Майнкрафт нарисован. Столько всяких кнопочек, всякие кнопочки. Столько всего всякого. Уи! Ой. Ой. Сейчас. Назад самолет. Выключи самолет. Дай мне управление. Хорошо. Выключи ракету. Пуф. Пассажира... Немножко раздавили. Если что, могу рассказать, откуда этот самолет построен и взят. Откуда? Из какой-то игры, наверное. С фильма «Призрак». Стой, ты что делаешь? Фух. А я не знаю, я типа выхожу с кресла, и он такой, бам. Ты фиксацию у него включил? Ты фиксацию у него включил? Нет. А почему я тогда вот так? А, все нормально. Так, здесь у нас есть 5 кресел для суперкрутых профессионалов. Ракета. И тут есть еще, вот, тут как бы рассчитан на 6 людей. И тут немного неудобно? Ну да, залазить было немножко неудобно. Ну потому что самолет сам по себе, он и в фильме такой маленький, достаточно. Так, у нас есть пассажир. И... Сейчас. Да выключи ты фиксацию! А фиксации нет, вот, нету. Ну, сейчас нормально. Вот наш пассажир, которого мы будем катать. Угу. Пусть садится на заднее сиденье. Нет, назад садись, назад. Там, на крутой стульчик. А вот тут один минус. Ой. Стой, стой. Вот. Ой, правда. Фух, повезло. С другой стороны. Этот фильм. Вот самолет был. Самолет называется Юг-1 с русского фильма. Мой друг там останется, говорит. Он просто русский не знает. А на каком он языке разговаривает? На украинском, а русский он не понимает. А типа он не может, да? А я русский. Да, и вот почему он не говорит. А почему-то у меня вот два друга украинца, и они все равно могут со мной разговаривать, понимают меня. Нет, по-русски говорит очень плохо. Так. Нет, ну украинский на русский похож. Ну да, очень. Так что он... Вот, это вот один самолет, у меня есть еще цель. Кран. Вот. Хва. У этого самолета два кресла пилота, и поэтому надо договариваться со вторым пилотом. Ну да, это на то и рассчитано, так скажем. На доверие. Ладно, давай дальше. Следующие постройки? Ну, наверное, да. Давай это сначала кран. Разбился. Это ты сам придумал? Да. Куда идти нужно? Есть еще... Схема для поворотников на машине. Идем, садись. Так, тут есть кнопочка. Сейчас расфиксирую. Ой. Ты потом поедешь. Ну, я возьму джетпак. Нет, стой, я тебя сейчас спущу. Ой, там что, какая-то штука стоит, это что, противовес? Да. Он еще на такой цепи. А, я упал прям на лифт. Ой, я вижу, летишь. Как его теперь спустить? А все, уже никак, там, вот бери джетпак. А, у тебя тоже такое есть? У меня тоже такое есть. Да. Круто. Да. Вот. Мы тут вылезаем. Ой. Стой, подожди, я сейчас. Мы тут вылезаем. Тут вот такая вот кабина. Не очень, ну, сильно построена. Стой, а вот тут как вылезать? Вылезать? Да. На самый этот ярус, там, где кабина. Не, ну как вылезти? Смотри на меня, где я нахожусь. Где? Ага, вижу. Джетпаком. Сейчас, чтобы ты где? Я тут, в этом, внутри этой штуки. Ага. Садись вот там, и там управление есть. Стой, а как мне отсюда вылезти? Вот, допустим, я без джетпака. А, тут баг, наверное, какой-то. Потому что я проверял всю работу там. Короче, понятно. А что там выдвинули, вся игра? А тут, если вот так, то только вот так.
Тут это так рассчитано, чтобы спокойно. Вот. Тут что такое? И вот на си вниз, на е вверх. И прям. Куда нажимать? Нажимай сердце S, опустить то в конце ран, и Е поднять. Нажать Q на камеру на весе. Так, тут есть еще X для гарпунов, да? Тут есть пуш. Да, и Q, нажми Q. C. Там камера. Нажимаю Q, я у камеры. Да. И ты можешь так управлять, и, например, игроков забирать или что-то строить. Это баг. Если взять и прицепиться к чему-то, он может просто вот так вот слететь. Просто баг. Так, тут есть В, С. Вот можешь подняться вот сюда, и тут идти походить, смотреть, если что-то поломалось, ремонтировать. И можешь нажать Enter и подержать, тогда противовес упустит. Прыгни на этот. На противовес? Нет, прыгни вниз, надо. Давай. Стой там, на месте. А это как? Magic. Короче, магия. Ой. О, и сейчас вот кран может просто поломаться. Вот как сейчас он, наверное, поломался. Ааа, я не знаю, может нажимать. Всё, я загружаем постройки уже общие, друга и мои. Давай, лучше так. С чего начинать? Ох, он пройти не может. Ой, ну сейчас вот. Всё, вот Теслу на сейчас покажу. Тесла была построена, вот это то, что я построю, сейчас он загружает. Вот, Тесла. Сейчас вас фиксирую. А что это за машина такая? Ну, выглядит красиво спереди. Это Тесла. Мы ее строили еще летом, когда даже не было вот этого нового инструмента. Прикольно. Еще с передним можешь нажать на ручку. И вот она. Двери открывается. Очень прикольно открываются. Тут впереди тоже. И вот можешь садиться, поесть теперь. Тульчики тоже классно, тут все. Ой, камера есть, которая смотрит сзади. Покатать могу. Или покатай. Всё. Садись, если хочешь. Давай, я тут сзади. А, нет, сзади нельзя. Да, я хочу покататься. Да. Поехали. Покатай меня. А, не я сижу за креслом. Ох, у нас 4-летний водитель. Лучше спасаться. Угу. Бежим быстрее. У нас еще есть. О, я по машине. Педалька отвалилась. За нос грузи. А то у нас водитель не тот. Быстрее. Ну, тут в основном... Мы еще хотели к ней подвеску. У нас еще тут была версия, где подвеска, но та подвеска самая, она почему-то баговала и машина стояла на месте. Мы не могли никак ее сделать, чтобы она ездила так нормально с подвеской, и пришлось от нее отказаться. Ну и подвеска, к слову, была хорошая, с пневмой. Так, давай этот, на нашу базу возвращайся. Давай. На базу, я сказал. Ну можно здесь, а стой. А я на базе. Ну я говорю про нашу. Дверь открой. Вот, сейчас. А, машина разваливается на глазах. Мне нужно сейчас уже идти по делам. Ладно, давай пока. Спасибо, что помог, ну, снял видео. Ладно, пока. Пока.